хорошо играли. В принципе, первый период где-то втягивались в игру и с каждым периодом все добавляли. Отсюда и результат. Ваша первая заброшенная шайба с Салат Юлаев и сразу на Уфа-арене. Какие эмоции? Положительные эмоции. Хотел забить, получилось так удачно. Много сегодня брали инициативу на себя, как бы обыгрывать пытались, отдавали много передач. Так хотелось проявить себя перед родными болельщиками? Ну, в принципе, надо каждую игру так делать, и неважно. Ну, конечно, перед болельщиками тоже, но и надо каждую игру так играть, и думаю, все будет хорошо. В форме Салават впервые выходили на Уфа-арене. Каково? Играло здесь? Ну, болельщики здорово поддерживают. Наш шестой полевой игрок, то есть спасибо им, что пришли к нам на игру. Ну, как оцениваешь игру вот эту вашего звена после перехода из Адмирала вместе с Аюстовым, с Бурдасовым? Ну, насколько комфортно там играется? Ну да, то есть мы с Димой, с Аюстовым, то есть давно играем. Бурдас хорошо нас понимает где-то, и с каждой игрой все добавляем.